Я не верил ему. В такое нельзя поверить. Но Хан не обманул меня. Эта странная река вернула меня в прошлое. В миг, когда я послал сигнал и уничтожил всех черных. А потом вышвырнула меня в место, где я могу найти единственного живого из них. Беспомощного и безобидного детеныша. Хан назвал его «Последним ангелом». Поезд должен быть где-то рядом. Я это чувствую. Ты слышишь? Это он! Мы не ошиблись! Скорее, догоняем! Красные!
Мама! 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 Артём, мальчик мой, какой ты большой стал. Мама, мне страшно. Не бойся, ничего не бойся, мой милый. Мама, не уходи. Я совсем один. Ты не один, ты первый. Мы помнили тебя и ждали. Мы могли помнить мысли всех наших. А ты всех убил. Теперь я один. Конечно, я не смог убить его. И пока я сам жив, пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит, мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить войну. Да, он способен творить чудеса, но я не хочу его использовать. Его война кончилась, когда я навел ракеты на его дом, на его семью. Вверх. Тут хорошо. Вокруг сияние. Внизу трудно дышать. Плохо жить. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. Я буду идти там, где сияние, но рядом с тобой. Я помогу видеть. Не понимают, как ты видишь. Боятся. Устал. Ты и другие люди сильные. Вы можете убить всех. Я пойду с тобой. Ты знаешь, нужное мне. Пока не могу понять. Что-то важное. Здесь много голодных. Считают тебя пищей. Вы все носите вещи. Я тоже хочу, как ты.
Смотри, я как ты. С вещами. Ваши дома? Какие высокие! Вы сделали город? Какой огромный! А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? Какие бы планы относительно него я ни строил, маленький черный повсюду следует за мной. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. Пора идти. Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Красные, злые. Крылатые красные, сильные. Смотри, их много.
Я уведу его. Он большой, но глупый. Крылатые очень быстрые. Устал. Но я работаю. Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? Почему?